Да, здравствуйте, дорогие зрители, гости канала. Снова орут вот эти уроды. Меня зовут Юра, и мы давайте продолжаем играть Batman 3, Lego Batman 3, не просто Batman 3. Покидая Готэм. Не знаю, зачем нам надо покидать Готэм. Надеюсь, там все сохранилось, что было. Что мы сделали. Очень на это надеюсь. Просто серии мы маялись опять херней. Не забываем. Наш Бэтмен сошел немного с ума, поэтому мы парились. Но игрушки, честно говоря, не знаю. Какие-то более замороченные. Вот это мне больше как-то по нраву, что ли, первая была. Я даже не скажу. Потому что в этой реально загадки более завернутые. Что? Какого хрена? Мне заново все это проходить, блин. Оно же сохранилось, там же чекпоинт был. Ладно, вроде здесь и закончили, да? Я прошел это достаточно быстро, бляха, но не с первого раза. В общем, у меня полчаса это заняло. Почему не сохраняется? Я уже это проходил с ракетами. А, ну он стыбрил мобиль. Вот, контрольная точка. Ты что, здесь сдохнуть что ли могу? Я ж не могу сдохнуть. Хера это контрольная точка. Блять, все мехить в поисках. Как бы что не собрать. При выходе из игры она продолжится в этой... Что? Я не сохранил вот здесь. О, горе мне. Что за херня? Да не в того. Ракеты там летают. Нифига я свечусь. Не знаю, здесь ничего не нужно. Что кнопка? Там нужен этот. А, что-то собирает. Ой, да нафиг это надо. Идем зарядимся немножко. Хорошо, погнали дальше. Я чё не собрал? Ну ты хитрец, я смотрю. Бэтмобиль из строя корабликом. Силён, умён. What?
хера не вывел из строя. Ну почему? Наполовину завалил. Это наверх туда надо, да? Я заряженный. А, понял. Так, что это? Бат-трициклет будет, что ли, или что-то? А, ну, типа, заранее предусмотрен огнетушитель. Конечно, на всякий случай, если тушить придется именно здесь. Без вопросов. Теперь надо собрать 30 лет. Сначала все здесь раздолбать, да? И что делать-то, в принципе, не ясно, да? Это мы типа идем. Ладно. Костюмы какие-то обращенные. Ну вообще зачем я сюда пришел? Мне нужно Б-30-лет собрать. Да, я явно не зайду. Похеру. Не очень ясно, куда надо идти. Ой, бляха-муха, хули ж так сложно. Самое прикольное, что вообще совершенно непонятно, куда и что идти. А, это я не добил просто. Раздолбал. Теперь наверх надо. We must get to the Batwing control center. It's our only chance. Это пульт управления бэтмолетом. Типа как-то туда надо попасть, да? Еще как. Это для отсоса. Там
Блять, свали нахер. Ого. Типа охеренная фишка. Такая херня с бэтмолетом. Ну, такой вот это нужно маленького запускать. Так, опыт управления он раздолбал, поэтому идем чиним. Well, there goes our only chance. The backup computer, sir. Oh, right. Backup computer. Конечно, это сосать. Я что, я не помню, что у меня такой костюм был. Все, отсосали до хера. Отсосная система — это резервный компьютер. Классно. Отлично. И это что такое? Чё это? Не очень понятно. Блин, я зря, я ж музло не выключил. Ой, дурень. Меня ж зажопят. Копирайт страйков уже накидали, блин. За музла. Как я мог забыть? Что это вообще за психоделия такая? Не, ну вам-то классно. Ты это все стоите и наблюдаете. А мне-то что делать? Мне-то в этот геморрой играть. Все, я все сделал. Ну, против бэткрыла-то не выстоишь. Так, теперь бэткрылу нужно. Хорошо. Before Master Bruce decides to destroy it. Пали, сука. Там кнопка один. Или чем там? Я завалил Бэтмена. В итоге уничтожен Бэт-корабль, Бэт-трициклет и Бэт-мобиль. Бэтмен явно не рад. Кто ж будет рад? Ну и мышки тоже весьма нерадостные такие. Ого. Ух и наркоман. Ваша контрольная точка. Я подох. Так, давай. Давайте его сохраним и продолжим. Конечно, надо вальнуть как-то, не знаю. Не знаю как.
что-то вроде получилось. Я подыхаю с одного удара. Да туалет ты, мурак. Так, ну здесь что-то собрать можно. We have to be sure this is going to work, for Master Bruce's sake. А, света не боится. Ясно. You must strike now, sir. Ты сейчас... Не волнуйся. Сейчас устрою. По шее ему заехал. Он явно не рад. И что теперь? Теперь-то уже этой фичи-то нету. Упало. Короче, нужно просто уворачиваться. Come on, Batman! Snap out of it! Сука! Это управление, оно просто великолепно. По шее заехал. Так, сейчас ему опять надо дать второй удар. I never thought it would come to this. Master Bruce, please! Your dinner is getting cold. Он все еще злой. Ладно, бегаем. Ничего не сделаешь. Ищи-ка. Да нахрен. Так, ну от этого вообще не увернуться никак, да? Мышей понаразводим. Что такое? Что за тормоза? А, о, упало, упало говно еще. Собирай. This is turning into a really weird day. Не говори ты. Музло пошло. Надеюсь, не забанят. Надо его еще раз тыкнуть. Нет. Выбил из него всю дурь. Batman, wait, it's me, Robin. You know, Tim Drake. Tim Drake. Remember, we're supposed to fight the bad guys. Please, I'm your friend. I'm your friend. Sorry. Back computer, cancel defense protocol. Protocol canceled. Он хотел ему ударить, офигеть. You sure? I mean, how else did I get through to you if it wasn't for your emotions? Emotions had nothing to do with it. One of the panels in the Batmobile shorted out. The electrical charge must have counteracted the mind control. I'm pretty sure it was my speech. Да, конечно. It was a good speech, sir. It wasn't a speech. The question is, who was trying to control my mind, and why?
Какой ты урод. Что за птичка прилетела? Лекс Лютер? Лекс Лютер? Ну, что там делает? Он же суперменом должен быть. Петушок. Каких-то новых персонажей по-новому думали. Человек-ястреб? Это петушок. Крокоубийца. А, то Лютер есть. Лысый блюдок. Я думал, что это он пок-пок-пок, потому что Лекс Лютер петушок. Да, это не пролазит, жопа слишком жирная. Бакарди. О, эпизод пройден. Охереть. Зашибись. Ну я сохранюсь, ну его нахер. Адам Уэст в беде. Нахер, я видел, что он там мучился. Вот так вот надо проходить эпизоды, блин. А не так, как я. По-тупому. Продолжаем сюжет. Пускай все это пройдет. Сохранимся. Я не уверен, что он там сохранилось. Надо вручную сохраняться. А сохранения, походу, нет. Заново я этот эпизод проходить не собираю. Мы жрёк достали. Нихера себе, смотрите, петушок переоделся в зеленышка. А, так это вот, пок-пок настоящий там лежит. Ладно. Ну, это портал в преисподнюю. Светлячок. The object does come from outside the solar system. Your computations were correct, Kid Crusader. I know. Kid Crusader. The comlink to Earth has failed. It seems the fault lies elsewhere. We cannot fix it from here. Green Lantern, I will require your assistance. Зеленый фонарь, типа, хороший, да? Где мой комп для сохранения? Сейчас, по идее, мы за зеленого фонаря управляем, да? Как будто зеленого тырка. Где тут сохраненка? Что это за нахер? Я хочу сохраниться. Или здесь нету терминала? Не, ну, надеюсь, мне там засчитали. Иначе я ж повешусь. Я нихера не вижу никакого терминала здесь для сохранения. Говорит, истинный облик. Ого! На! Сука! И ты получи! Да. С помощью лазерного зрения может уничтожить золотые лего-объекты, чтобы использовать это солнце. Ага. Золотые лего-объекты. Нет,
это не золотые легообъекты. А это... Блин, где здесь грёбаная сохранёнка? Ой, нахрен. Короче, во-первых, если... Я бы не в следующий раз придется начинать не отсюда, а с какого-нибудь другого сохранения, то, сука, я забью на эту игру. Потому что ну его нахер, ну. Я не вижу никакой сохраненки. Все, ребят, на этом, собственно, заканчиваем. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока.